Она авто-6. К2 горить. 16 березня, субота, і в Самарі вогник, жарко-жарко, пане Романе. Влучання вже в черговий нафтопереробний завод Російської Федерації. І відстань дуже немала від кордонів України. Санкції малюка в дії. Продовжується уничтожение углеводородної отрасли Росії. Це буде тепер кожен день. Там більше сотні больших і середніх заводів нефтеперерабатывающих, більше сотні. По пару в день палить, в принципе, за пару месяцев Запад России останется просто без дизеля, без авиационного керосина, без денег в российской казны. Малюк серьезно взялся за такое применение санкций. Намного лучше, чем те санкции, которые предлагают наши партнеры. Ну и, естественно, лучше, чем те санкции, которые были введены и вводились еще с 2014 года. Прямые, конкретные санкции по отминусованию российской углеводородной отрасли. Очень хорошо. Во-первых, хорошо горит. Во-вторых, можно погреться. Все-таки у россиян там минусовые температуры иногда зимой бывают. То есть такой двойной тандемный положительный момент. Пане Романе, от є в нас графіка, що це вже фактично понад 15 заводів, там на нафтопереробні заводи, і газові, і «Слуга», і «Туапсе». Тобто це так серйозно може вдарити по їхній нафтогазовій промисловості. Ну і загалом кажуть, що до 15% вже втрачає Путін свої грошей саме з цієї промисловості. Серьезно, это будет тогда, когда Набис повторит малюк удар по новороссийскому нефтяному маяку и нефтяному терминалу. Там 60% отгружаемой российской нефти, именно в Новороссийске. Вот до Туапсе долетели, как-то мимо Новороссийска пролетели, называют. Не заметили, скорее всего. Ну, бывает тут дело такое. Но я думаю, вопрос будет как-то решен. И та бабка, которая пошептала, чтобы по Новороссийску и по Москве наши беспилотники не летали, эта бабка либо сдохнет, либо, может, передумает в конце концов. Потому что ни по Москве, ни по Новороссийскому терминалу за полгода ни одного беспилотника не прилетело. Слишком такая серьезная бабка. Узнать бы ее фамилию. Так могу догадываться, с какой фамилией эта бабка сидит и шепчет. Пане Романе, ну от Кривий Ріг, Вінниця і от тепер от Одеса. Знову терористи вдарили балістикою та найскладнішою ракетою для збиття. В Одесі величезна кількість жертв, ну і це черговий акт геноциду українського народу. Двойной удар, тандемный. Перед этим, несколько дней назад, был нанесен удар по жилым домам в Кривом Рогі. Тут же выехали ДСНСники, буквально за минуты добрались полицейские, национальная нацполиция. Больше 250 представителей правопорядка было там как раз на разборах. Успели очень быстро разобрать, спасли больше 20 жизней как раз вот таким своим подвигом буквально, потому что ДСНСники там вместе с полицейскими работали, что лошади, то есть успели. И вот, скорее всего, срисовали россияне этот алгоритм. И по Одессе уже после того, как прилетело в жилой дом, через примерно такое же время, понимая, когда приедут ДСНСники и полицейские для разбора завалов, пришла вторая ракета. И погибли и ДСНСники, и полицейские, то есть мирные жители сейчас уже минимум до 20 смертей, это как минимум, а то может и больше, сейчас продолжается разбор завалов. Россияне действуют, мягко скажем, по-подленькому, но это россияне, не по-другому не могут, это у них психоматрица такая, то есть они сразу тварями рождаются, те, которые, по крайней мере, за геноцид украинского народа. Мы этот геноцид видим, будут действия, направленные на то, чтобы обезопасить и наши города, наших граждан от таких геноцидных проявлений. И Крым летело с Крыма, то есть основная задача освобождения Крыма, как раз Одесса тогда сможет выдохнуть, потому что основная беда Одессы идет из Крыма, из тех российских, от тех российских
солдат и террористов, которые там находятся. Это такой большой-большой привет крымчанам, которые ждали и звали россиян. Вы же понимаете, жить вы в Крыму уже больше не будете после этого, после такого количества смертей и того, что вы натворили за 10 лет. Это вот те ходители на референдумы, Путин приди и так далее и тому подобное. Пришел, убил уже больше сотни тысяч украинцев. Вы же понимаете, Путин сдохнет, вопросов нет. Вам уже не жить в Крыму. Потому собирайте чемоданы, и чем быстрее, тем лучше. Чемодан, вокзал, Россия. И лучше сразу за Урал. Потому что мало не покажется. До Урала это точно. Посмотрите, что начал Малюк делать. За ним Главное управление разведки зачистку начнет. А гуровцы, они ж, это у нас СБУ может создавать там папочки, там, фиксировать, доказывать потом в судах, растягивать на 10 лет и так далее и тому подобное. ГУР работает по-другому. Нашел, убил, и все. Другого варианта просто не будет. Потому все эти террористы с оружием, которые сейчас есть на территории Украины, ждите потом гуровцев в гости. Где бы вы ни были, твари, найдут и отминусуют. И не только гуровцы. У нас десяток спецструктур, которые этими вопросами будут заниматься в ближайшие 10-15 лет. І тут, до речі, дуже доречно згадати слова президента Латвії, пане Романе, його звати Едгар Рінкевичіс. Він сказав наступне: Захід не повинен боятися проводити червоні лінії для Росії. Цитуємо: ми не повинні проводити червоні лінії для себе. Ми повинні проводити червоні лінії для Росії і не боятися їх проводити. Україна повинна перемогти, Росія повинна бути переможена. І він сказав крилату фразу, перероблену на свій лад: «Раса делента ест», що означає, Карфаген має бути зруйнований. Тобто, мені здається, це от правильна риторика, як потрібно говорити з Росією. Мы об этом сами говорим второй год уже. Россия должна быть разрушена. Это конец войне. То есть окончание боевых действий, окончание войны Украины с Россией произойдет только тогда, когда Российская империя развалится на составляющие ее республики, на национальные кластеры. Это уже происходит. Да, это длительный процесс. Лет 10 он будет занимать однозначно, потому война еще лет на 10. Это минимум, пусть разные фазы ее будут. Понятно, ближайшие 2 года она будет такая, как сейчас, то есть в горячей фазе. Через 2 года после уничтожения большей части российской армии это уже перейдет в ту фазу, с которой она начиналась, с 2014 года. То есть будут определенные вялотекущие боевые действия либо на линии фронта, либо там, куда нас отправит, допустим, Организация Объединенных Наций. Мы можем это тоже выполнять, эту стабилизирующую функцию на территории России, когда она начнет разваливаться. Ну а Главное управление разведки будет заниматься своими делами. Минусованием тех террористов, которые сейчас с оружием в руках на украинской территории убивают украинских граждан. Пане Романе, ну і от є, знову ж таки, звірства від росіян. Вони скинули на Донецьку область ФАП-1500. Величезну, велетенську авіабомбу. Слава Богу, вона не розірвалася, і вже над нею працюють відповідні служби. Повісили на Су-34 вмісто 500-ки 1500. По 1,5 тонны. Взлетел самолет, подумал, да ну его нафиг, тянуть такую дуру тяжелую. Сбросил ее просто там, где эта мысль пришла. Это в режиме сарказма, конечно. А реально эти кабы сырые. То есть полуторки сырые. Почему? Потому что нештатный сход авиабомбы, он присущ именно сырым конструкциям. Там есть вопросы, связанные с парусностью самой ракеты, есть не ракета, а авиабомба, есть вопросы, связанные с подвесом, невозможность. Есть самолеты сырые, Су-34 сырой самолет. Его сделали, да, хорошее ТТД, но реально именно Су-34 уже высыпалось не один десяток авиабомб, причем на Белгород, на Донецк падали, куда они только не падали. Есть просто у авиабомбы есть определенный предохранитель, то есть если не штатный сход, то она может не взорваться, если не взвели на земле. Потому, скорее всего, именно это и предотвратило беду среди мирного населения. А реально это вот первая проблема. Сырые самолеты, сырые
Кабы, плюс, скорее всего, летают желторотики, то есть летчики, которые не обучены выполнять боевые задачи, с большим количеством подвесок, с подвесом или с тоннажом, потому что есть определенные ограничения по пилотированию самолета, когда он намного тяжелее, больше парусности за счет подвесов. Естественно, нельзя допускать ни перегрузок, ни скольжения. То есть там очень много ограничений, которые просто желторотики не чувствуют самолет. Для того, чтобы его чувствовать, надо налетать достаточное количество часов, минимум около 1000 часов. Это для россиян сейчас, особенно для молодежи, практически неподъемные цифры. Пане Романе, ну це відбулося в Донецькій області, населений пункт Селидове, це через Карлівку, ми розуміємо, Донецький напрямок, і це вже не вперше. До речі, вони б'ють саме по цьому району. Тобто вони намагаються дістати наші тили? Пробую, да. То есть пытаются сейчас работать на глубину, максимальную глубину, которую можно достать. И, естественно, и промахиваются, и неправильно включают определенные механизмы. То есть, еще раз повторю, сырые одни и другие, сырые самолеты, сырые летчики, ну, естественно, сырая сама по себе это планирующая авиабомба. Дело в том, что вот последнее время опять участились полеты сушек. То есть после тех докладов, которые были по сбитию самолетов, если бы они были в реале, они бы уже так не летали. А продолжают летать, продолжают сбрасывать авиабомбы, в принципе, как и в последнее время. То есть большие вопросы есть по докладам по уничтожению российских самолетов. Подтверждения, ну, как минимум, половины случаев нет. И это видно по российским вылетам. То есть абсолютно на них это не повлияло. А количество авиабомб у россиян, оно увеличивается. Вернее, само количество авиабомб, у них их там тысячи из Советского Союза остались, как и у нас в том числе. Сама авиабомба, свободно падающая, ее можно сбросить только непосредственно на целью. Максимум там она несколько километров по инерции может пролететь. А в зависимости от скорости самолета, от угла пикирования. А, допустим, использовать планирующие авиабомбы, для этого надо достаточное количество обвесов, так называемых, типа наших джедамов, у них такие же самые обвесы, а их они могут произвести большое количество уже. То есть, по большому счету, все будет зависеть от количества самолета вылетов, а они не уменьшаются. Я же об этом и говорю, что количество самолета вылетов не уменьшается. По две бомбы они тянут, могут по 6 поднимать, но, скорее всего, вот из-за того, что сырые самолеты, сырые летчики, зеленые летчики не 6 авиабомб берут, а по 2. Ну, с одной стороны, чтобы не был таким уже неуправляемым самолет, то есть там управляемость уменьшается за счет авиабомб, ну и для того, чтобы можно было при сбросе 2 уйти сразу, то есть они так примерно и делают. Выходят на курс на боевой, сбрасывают авиабомбы, тут же разворачиваются и уходят со снижением, то есть пытаясь уйти под лучи локаторов. Зараз згадаємо ще про фронт, тому що головнокомандувач відвідав найважчий напрямок. Але от говоримо про авіацію. Пане Романе, з'явилися кадри, як наші Міг-29 вже безпосередньо ми можемо спостерігати, використовують ракету французьку AASM-250, або як ми знаємо, це є «Хаммер». От вони зуміли її підвісити на Міг-29. Ну, ее в чистом виде нельзя считать ракетой. Это управляемая авиабомба с ракетным ускорителем. Хотя, в принципе, раз есть ракетный ускоритель, ее можно классифицировать как и ракету в том числе. Но это реально изначально это авиабомба. Управляемая, там есть обвес на носу авиабомбы, то есть управляющие поверхности в хвосте, ну, естественно, есть моменты, связанные с реактивным ускорителем. Ее можно сбрасывать с высоты больше 10 километров на околозвуковой скорости. Она пропланирует еще примерно около 70 километров. Может пропланировать 250-е. У нас они, в принципе, могут быть от 250-й до тонны. 250 килограмм, 500 килограмм, 1000 килограмм, то есть разные калибра, разные мощности авиабомбы, но те, которые нам передают, вот эти, которые на фотографии, это 250-ки. В принципе, выполняет свою задачу,
70 километров по дальности. Там можно еще один режим, ракетный режим, использовать на малых высотах, на высотах до 500 метров, если ее сбрасывать за счет ракетного ускорителя и большой скорости самолета. Она еще километров 20 может пролететь и выполнить боевую задачу. То есть разный механизм использования. Если есть превосходство в воздухе, перекрыты каналы управления ПВО противника каким-то образом, то есть потушено российское ПВО, отогнана российская авиация, можно, в принципе, подниматься и с 10 километров сбрасывать. Самолет виден просто очень хорошо. А на малых, предельно малых высотах здесь уже другой вариант используется. Он также будет использоваться. МиГ-29 и Су-24 сейчас оборудованы переходниками, примерно такими же, как сбрасывают джедамы. У нас есть также планирующие авиабомбы, обвесы так называемые. То есть вот эти джедамы, примерно такие же самые переходники используются и для подвеса этих авиабомб. Пане Романе, по найгарячіших напрямках Авдіївський, це і аналітики Інституту вивчення війни кажуть, і відповідно відвідав Авдіївський напрямок головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. І що відомо наступне? Він каже, що зараз тут стягують сили росіяни немалі. Я так розумію, що вони знову намагатимуться атакувати. І за останні 24 години є в них певні просування незначного тактичного характеру. Це є тоненьке і Орлівка. Ну от ми бачимо це все в напрямку лінії оборони по Карлівці і Очеретиному. Да, так і є. От як-то операторів попросити або техніків, щоб показали висоти, тобто розпорядження гряд, карту висот в районі Донецька, і там буде зрозуміло, де в кінці кінців проходить друга лінія оборони. Тобто перша лінія проходила по висотам в районі Донецька, а це та ж Маринка, та же Авдіївка, це висоти в районі Донецька, перша лінія. А друга лінія по второй гряді, по висотам, це от Очеретина, далі на сторону западнее Карловки, далі, якщо южніше, то в сторону Курахова. Тобто вот эта вторая гряда, це естественна лінія оборони, можна так сказати, географічне препятствие, яке було вибрано ще 8-10 років назад практично для выполнения задач обороны именно Восточного фронта теми командирами, которые тогда руководили, генерал Хомчак, генерал Наев участвовал, знаю их хорошо, потому все, весь этот район знаю. И россияне что хотят выполнить? То есть стратегическая задача у них уже сузилась до выполнения задачи. У них сначала была задача выйти на границы, административные границы Луганской, Донецкой области, понимая, что они это однозначно выполнить не могут. Сейчас задача урезана, то есть отодвинуть наши войска до границы Карловского, Кураховского водохранилища, рек, а по высотам это от Очеретина до Карловки, до Курахова. Пане Романе, якщо говорити про проблемні дуже плацдарми для окупантів, це, звісно, лівий берег і Кринки. Ну, от, власне, британська розвідка і наші бійці на місцях, оборонці кажуть наступне, що дуже і дуже важко росіянам тримати свої вогневі рубежі, тому що вони подекуди працюють лише авіацією, бо ми знаємо, що в певний період сушки були дуже активно збиті на цьому напрямку. І кажуть, що наші оборонці їх регулярно б'ють дронами. Теплінський, керівник групування Дніпер військ, не дає техніки. Ну і вони помаленьку на якихось навіть позиціях їм доводиться відходити. Ну, Теплинский не будет давать, это что дал, что выбросил. Дело в том, что любая техника на левом берегу российская, она уничтожается в течение определенного времени дронами. У нас очень сильное на этом направлении несколько подразделений, начиная от Мадьяра, там несколько есть еще подразделений, которые выполняют боевые задачи операторы дронов. Потому там уже проблема обратная, там у дрончиков работы нет техники, не по чем работать, они уже за каждым россиянином гоняются по три дрона на российскую голову, ну примерно так, причем иногда операторы с разных подразделений. То есть и потом уничтоженную технику или уничтоженного разгребают, кто же его уничтожил. Одно, второе или третье, потому что накинулись сразу все. Та же, как пираньи, то есть молодцы, хлопцы стали на крыло, можно так сказать,
и выполняют задачу, ну, на уровне артиллерии. То есть там артиллерия также работает с правого берега. Сейчас подошли боеприпасы, достаточное количество. Чуть тише стало. Просто на данный момент левый берег, россияне подуспокоились, понимая, что нет никакой оперативной необходимости, допустим, выполнять какие-то боевые задачи. Ну и перспективы их выполнения тоже абсолютно никакой нет. Потому от Теплинского, от командующего направления, до последнего российского террориста, который на левом берегу, сейчас чуть подуспокоились. Это, конечно, может быть затишье перед, допустим, какими-то другими действиями, или наступательными, или отступательными, разные, может быть, задачи. Сейчас будет понятно, как пойдет разворачиваться действия наших друзей из российских республик, которые сейчас начали деоккупацию России от китайского оккупационного режима, которым Путин руководит, с Белгорода, с Курщины. То есть если там начнутся разворачиваться серьезные события, россиянам придется снимать с линии фронта достаточное количество военнослужащих частей. Это может быть как раз уменьшить давление на все участки фронта. Ну, пане Романе, по лівому березі рухаємося на схід до Енергодару і Запорізької атомної електростанції. Вперше, напевно, за дуже довгий час в мережу потрапили кадри з середини Запорізької атомної електростанції. От окупанти там собі вранці розминаються, і знизу ми бачимо, що вони тримають військову техніку, безпосередньо снаряди на нашій Запорізькій атомній електростанції. Они ж, наверное, не слышали про Чернобыль в 86-м году. Наверное, молодые, скорее всего, уже родились после Чернобыля, не видели, какая беда может быть, когда случаются какие-то техногенные катастрофы на атомных объектах. Потому, не понимая, не видя, не читая историю, слишком вольготно себя чувствуют рядом с ядерными реакторами, с хранилищем ядерных отходов и вообще с ядеркой как таковой. Понятно, у этих уже отморозков, которые на нашей территории российских, у них уже инстинкт сохранения вида и продолжения рода, он напрочь отсутствует. Тем более продолжение рода после нахождения на атомной станции или во время, допустим, техногенной катастрофы на атомной станции. Продолжение рода, оно просто уже не может быть технологически, не получится, нечем будет род продолжать. Потому эти пока отморозки действуют так вольготно. Им, если объяснят МАГАТЭшники, там есть несколько наблюдателей, там есть инспектора МАГАТЭ, им надо просто конкретно объяснить, что произойдет с их детородным аппаратом, если произойдет какая-то беда на этой ядерной станции. И, я думаю, попустит их, как минимум поубирают взрывчатку и технику из-под реакторов. Пане Романе, і щодо наших союзників, що вони там вирішують, що вони промовляють? От відбулася зустріч лідерів так званої Веймарського трикутника, так? Це лідери Польщі, Дуда, Франції, Макрон, Німеччини, Шольц. Вони домовилися, що на наступному Рамштайні буде створена коаліція по постачанню Україні артилерії далекого радіусу дії. І відповідно сюди ж можна згадати, що міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок, передає Дершпігель, зараз веде активну роботу над тим, аби нарешті таки передати Тауруси німецькі Британії, а Британія нам передала ракети Storm Shadow. Вейнмарський тріугольник, так називаємий, це определенне образування, але неоднократно вже срабатувало. От зараз ми бачимо продовження этих, по крайней мере, действий. Скорее всего, была предпринята попытка найти взаимопонимание между Шольцем и Макроном. В последнее время они немножко разошлись по видению, по крайней мере, в риторике, не в действиях пока, а в риторике. Разошлись, и Дуда, президент Польши, решил сыграть, наверное, такого третейского судью, который помирил Шольца с Макроном. Этот вопрос уже решен. Общее заявление уже есть. Вейнмарский треугольник заработал. Ну а то, что, допустим, эта троица взялась за создание некоторых моментов, за создание коалиции
по реактивно, это РСЗО имеется в виду, то есть это коалиция по реактивной артиллерии, дальней реактивной артиллерии, от градов до смерчей, до ураганов, ну, примерно так. Хотя это же самое к этому же относится в том числе и «Хаймерс», это тоже, по большому счету, реактивная артиллерия, если особенно используются не управляемые ракеты, а как в режиме РСЗО, ракеты, допустим, М-26, которых тысячи штук есть в Германии. То есть те ракеты, которые должны быть утилизованы в свое время, М-26, это ракета для «Хаймерсов» с дальностью от 30 до 45 километров. То есть такая дивизионная дальность с кассетным боеприпасом. И она бы нам, эти тысячи ракет, нам бы очень сильно помогли. Они их начали утилизовать, то есть разбирают ракеты, оставляют разгонный блок М-26. От этой ракеты оставляют там практически двухметровый разгонный блок. На него насаживают планирующую авиабомбу GBU-39, и мы получаем так называемую ракету GLSDB, которая также уже работает с дальностью 150 километров. Но нам важны в том числе и ракеты М-26, это РСЗО, это для «Хаймерсов». Единственное, что придется, конечно, еще где-то полсотни «Хаймерсов» где-то находить. А «Хаймерсы» есть в Европе. И, кстати, они есть и в Германии, и в Польше, и во Франции. Потому если эта коалиция придет к тому, что, допустим, еще полсотни «Хаймерсов» нам передадут и решат вопрос по передаче ракет М-26 в ее изначальной версии кассетных, это было бы, конечно, неплохо. Это очень большое подспорье доставать, допустим, до дальности в 30 километров российскую военщину. Они сейчас вольготно себя стали чувствовать, понимая, что у нас есть нехватка по боеприпасам. Ну, власне, Польща, вони в травні, нагадаю, 22-го року замовили для себе 500 установок «Хаймерс». Я думаю, півсотні якось вони могли би і передати, правда ж? А я об этом как раз и говорю. То есть Польша, Франция и Германия могли бы этот вопрос решить именно по этому виду вооружений. Пане Романе, ну і говоримо далі про наших союзників і чехів, тому що останнім часом чехи активізувалися. Згадаємо президента Чехії Петера Павла, який в третіх країнах, чомусь він шукав 800 тисяч снарядів. Також стало відомо, що Чехія зараз веде активні перемовини з Грецією, аби закупити для України власне снаряди. Там велика номенклатура озброєння, 127 міліметр ракет «Зуні», ще інші міліметри є для гаубиць, 155 міліметр. І також сюди ж хочу згадати, що коли Макрон 26 лютого скликав у себе лідерів країн Євросоюзу, там був прем'єр-міністр Чехії Фіала, він хотів розповісти за столом про те, що де і як вони будуть шукати снаряди. Але коли дізнався, що за столом буде прем'єр Словаччини Фіцо, він поміняв свою промову і не видавав секрет. А от сама ідея, допустим, греческих, то есть как-то достать и поставить нам греческие арсеналы, там очень много старой советской техники в Греции. Они нам уже кое-что передавали через третьи страны, ну так сложилось. Но осталось очень много техники, и сейчас от 105 до 155 снаряда даже те же ракеты, те же «Зуни», отличная ракета, пусть ей там полсотни лет, но ракета, которая выполняет боевую задачу, тем более она у нас уже есть. Там такие пусковые установки счетверенные, то есть 4 ракеты. И эти пусковые установки уже используют наши вертолеты, хотя их можно посадить и на Су-25, то есть и на штурмовики, и да и на Су-24, просто маловато для Су-24. А на Су-25 на вертушке «Зуни» очень хорошо пойдут, а там их тысячи ракет есть. Представьте, сколько за 50 лет их наштамповали, и по миру они есть, тем более есть они в Греции. Еще в Греции есть хороший запас старой советской техники зенитно-ракетных комплексов. Там С-300, много С-300. Надо их постараться как-то забрать и поставить на боевое дежурство у нас на линии фронта, либо на объектовое прикрытие гражданских объектов. Пане Романе, ну і великий друг Фіцо, це, звичайно ж, з Угорщини Орбан Сіярто, це от тандем прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. Що каже Радіо Свобода? Що вони розіслали документи, власне, європейським країнам, в яких просять відновити і натиснути на Україну, аби
свої нацменшини повернули права в Україні, які мали до 2015 року. Вам не здається, що це такий от угорський руський мір? Ну, а хто такой, кто такие венгры? Это ж ханты-манси, то есть это народ, который там больше тысячи, полторы тысячи лет, они как-то разошлись с ханты, с мансями, но ханты-мансийцы, они ушли на восток от Урала, а эти товарищи подумали, сказали, да нет, там, наверное, холодно, давайте мы пойдем на запад, ближе в какую-то хорошую долину забредем. И, по-моему, в 896-м, если меня не изменяет память, 896 год, вот эти товарищи венгры, мадьяры, осколки ханты-манси, у них до сих пор язык одинаково, они друг друга понимают без переводчика. Потому где-то в 896 году они забрели на Панонию, то есть перешли Карпаты, увидели хорошую долину, вырезали там всех и остались, заселились. Кстати, прошли Украину, не заплатив налог на топтание земли. Потому с этих товарищей, с венгров, ну это имеется не с народа, венгры, они толковый европейский народ уже, а вот эти вот Орбан и Арбанята, так с них можно, во-первых, тот налог взять, который наши тогда еще князья не сняли, киевские. А с процентами, представляете, сколько за чем более тысячу лет накапало. Нам на войну с Россией 10 раз хватит. А потом можно еще вернуть обратно, тоже, конечно, налог снять. Не проблема в Ханты-Мансийск отправить Орбанов и Арбанят в обратную сторону на исконно венгерские земли. Они ж не знают, где они, так я им расскажу, если историю свою не читали. То есть исконно венгерские земли вот туда, в Ханты-Мансийск, туда ближе, в ту сторону, и можно организовать такой интересный этап. Пропустим. А там уже будут себе подрывать газопровод и греться, по крайней мере, вспоминать Панонию. Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 16 березня, субота. Традиційно коментуємо, ставимо лайки, підписуємось і ділимось нашим щоденним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак, ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.